Установка Graylink – видеоролик специально для P2P-TumSU. Скачать эту чудесную программу можно прямо на нашем сайте p2p.tum.su. Полный адрес вы сейчас видите на экране. Если у вас нет настроенного P2P-клиента, выбираем через веб. Теперь просто запустим этот установщик. И жмем везде «Далее», кроме страницы с заполнением ника. На этой странице нужно обязательно указать ваш ник, ваш пол и выбрать провайдера. Ник – это ваш сетевой псевдоним. Если в списке провайдеров нет вашего, выбирайте самый нижний вариант – другой провайдер. Далее, далее, далее. Установить. При первом запуске система наверняка поинтересуется, разрешать ли программе сетевую активность. Graylink разрешаем все. Ну вот и все, Graylink установлен.